Немного отдохнуть и получить заряд положительных эмоций предлагаем вам в нашей юмористической рубрике «Новости сети». Подборку самых смешных и популярных видеороликов подготовила Мария Демидова. В живой природе выживает самый предприимчивый. Поэтому пингвин ворует у своего собрата камни с гнезда. Ведь от количества и разнообразия камушек зависит, найдет он себе подругу или нет. А вот гнездо самого вора находится в отличном состоянии. Вероятно, потому что пингвин-хитрец следит за грабителями. Строители явно не ожидали, что ремонт этого здания займет больше времени, чем планировалось. Обычно такие видеоролики красуются с пометкой «Мой хозяин – идиот». Но в этой ситуации даже собака не выдержала и спасла бедного кота. А это видео раскрывает всю суровость русской зимней дороги. Я понял тебя, братан. И для того, чтобы зарядить вас бодростью и энергией до конца недели, встречайте самый очаровательный участник Формулы-1, к сожалению, проигравший заезд из-за помехи справа.